Ребята, всем привет! С вами Ольга Полик. Сегодня уже 13 октября. Я опять пришла продолжать гулять по реке Назия. И вот уже ушла вот сюда. И теперь я умная. Теперь я в сапогах. И чуть дальше, когда я прошла сегодня, я увидела, что здесь можно совершенно спокойно пройти не босиком. Так что вот такая тропинка. И так что мои жертвы вчерашние были зря. Сейчас я попробую пройти, а там у нас родничок. Сейчас мне как бы не... О! Не, ну как бы не прыгнуть мне. Оп! Оп! Стоим. Вот такая красота в Ленобласти. Так, давайте дальше. Оп! Оп! Так, теперь на этот. Оп! Оп! Ага, а вот здесь. Вот здесь, наверное, мне придется... попробовать. Так. Ух, вот так вот перешла. Вот такая красота. И самое интересное, что мы тут обнаружили родник. Я хочу сейчас к нему подойти. Ой. Ну, поскольку я крутая и в сапогах, я даже вот так сделаю. А так. По пляжу практически. Гуляю. Вот бьет водичка. Вот оттуда откуда-то. Так интересно, красиво. Ни бутылочки, ничего у меня нету. А у меня на даче красивые места, оказывается. Я даже и не знала. Как тут красиво-то у меня. Это Кировский район, Ленобласти-то, я напоминаю. Очень живописно. Что это за порода-то, даже не знаю. Ну, не снят какой-то. Да? Так интересно. Хочу попробовать попить воду. Я надеюсь, что... Все будет нормально. Я не это самое. Ребят, я ее пью. Водичка как водичка. Если завтра буду на связи, значит живая. Не, ну хорошая вода там. Хорошая. Ну, наверное, я в ней не разбираюсь. Может быть, и не очень хорошая. Ну, вроде ничего так. Но здесь люди набирают. Видно, что приспособление, тут все дела. Ребят, я залезла наверх. Я его даже не спрашивайте, как. Даже не спрашивайте там вообще. Лазили, барахтались. Смотрите, какая красота. Ну, вот без этого никуда у нас, к сожалению. Многим может не нравиться, что я все про бойцов, да про бойцов. Но это вот куда ни глянешь, понимаете? Хочется рекой насладиться и родниками, а вот приходится. Как я не могу уже мимо пройти. Тут вот две деревни были между этой рекой Назией. Вчера я вот была в Поречье, а сейчас в Вороново, по-моему. Ну такой мемориал, вообще в поле, вот ничего нет. Ничегошеньки нет. И деревни этой тоже вообще нет. Ну так вот. Ты сам. На том кладбище старом похоронен. Вот тут. Тут же и захоронен человек. Боец найден. Тут у нас старое кладбище. Я его снимать не стала. От этих деревень. Ну такое реально старинное деревенское кладбище. Вот там, наверное, его и похоронили. Ну, вот это все у нас понятно. А вот там вот дача, там наша дача. Подальше чуть-чуть. Вот и полетели утки на юга. Какая красота, как они мне нравятся. Пока-пока, прилетайте к нам весной.
огромные какие. Стаи. Какая красота, ребята. Эта камера не передаст, вот что я сейчас вижу. Стою здесь на пустыре, и они полетели. Я тут все тут стою. Пойдем обратно сейчас аккуратненько. Я-то умная теперь, я в сапогах. Оп, 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 оп. Ой! Не, ну красиво, ну правда красиво. Гляньте, как красиво. Бежит речка. Блинские, а? Мама. Блин, а? Главное не нырнуть. Главное не нырять. Мне телефон жалко, не себя. Тынк, тынк. Ой, все. Опа, опа, опаньки. Молодец, я молодец.